Всем привет, это рубрика «Гуляев по Перми», меня зовут Евгений Гуляев. Ну что ж, пришло время включить голову, и мы начинаем. На каких деньгах есть изображение Пермского края? Мы не местные. Мы с Челябинска. На бумажных или на железных? На любых? На любых, да. Просто вспомнить точно где, а может быть вообще нигде нет. Нет, нету. Что-то даже не помню никаких. На купюрах, может, каких-то, на монетах. Не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Ну, так даже не скажу. Может, на купюрах каких-то? Наверное, ну, вроде бы на 50 рублях. Не вспомню. На купюрах либо на монетах? Не помню. По-моему, вообще нет. Мы же с Мишкой претендовали, но его отклонили. Не знаю. Наверное, на 10 рублях. Нет, не знаю. 54 разделить на 9. 8. Нет. Нет? 7. 54 на 9. Тоже затрудняюсь ответить на этот вопрос. Можно примерно. Примерно? Не знаю, не могу думать. 54 разделить на 9. Так, 9. Умножить на 9, 81, 9 на 5, 45. Я не могу. Я с калькулятором пользуюсь. Повторите еще, пожалуйста. 54 разделить на 9. 54 разделить на 9. Можно другой какой-нибудь? Давайте. 6. 6. 6. 6. 6. Кто такой Мефистофель? Не то, вообще не того человека выбрали для таких вопросов. По истории не очень я. То есть исторический персонаж, да? Мефистофель. Ну, да. А предположить, кто там? Такой просто название. Ну, какой-то, наверное, ученый. Да, апостол какой-нибудь. Кто такой Мефистофель? Математик, ну... Какой-то, да. Блин, это было. По-моему, что-то с математикой там. Ну, да, ученый какой-то известный. Давно жил? Очень давно. Похоже на Аристотеля, но это не он. Мефистотель. Может, какой-нибудь ученый? Или как? Да, возможно. Философ, может. Демон, по-моему. Ну, или дьявол, как-то так. Может, вспомнить произведение? Данте, наверное, скорее всего. Божественная комедия. Дьявол какой-то. Все правильно, только нужно вспомнить, этот персонаж, он из произведения, но взят из мифологии. Ну, я подсказываю автора, Гёте. Гёте, отлично. Сложно. Сложно. На этом рубрика подошла к концу. Читайте книги, любите свой город. Увидимся на улицах Перми.